Ежегодно весной и осенью Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников РУДН организует в университете Дни карьеры «Путь к успеху», где студенты имеют возможность напрямую пообщаться с представителями лучших мировых и отечественных компаний, задать интересующие их вопросы, оставить свою анкету и даже подать резюме. Специалисты по подбору персонала предоставляют свои программы стажировок для студентов, зачастую с их последующим трудоустройством. Наша задача, Infinity, найти талантливых, классных ребят, которым мы можем предоставить стажировку в команде Red Bull Racing, Infinity Red Bull Racing в Англии. Поэтому мы презентуем здесь для ваших технически подкованных ребят, студентов, которые учатся у вас в институте, презентуем нашу программу, чтобы каждый желающий, если он захочет, мог присоединиться к нам, к нашему конкурсу, поучаствовать в нашем конкурсе и, соответственно, победитель отправился бы в Англию. Сегодня предлагаем вакансии для тех, кто уже выпустился, то есть постоянная работа, и предлагаем ряд стажировок для студентов. У нас есть возможность работать как полный день, так и на основе гибкого графика. Из стажировок есть летняя стажировка, отдельно налоговое консультирование, она длится 2-3 месяца, и потом можно остаться на основе как раз гибкого графика. Есть стажировка в отделе аудита, она будет зимняя, это выход в декабре, 3 месяца на основе полной занятости. Я являюсь выпускником Российского университета «Дружба народов», тогда еще факультета, юридического факультета. И с удовольствием приехал сюда для того, чтобы найти стажеров, работников, которые будут на благо нашей фирмы и на благо наших клиентов работать и выполнять свои профессиональные обязанности. Очень ценю возможность оказаться здесь. Мы здесь первый раз. Надеюсь на то, что сегодняшний день позволит нам найти несколько ярких звезд, которые зажгутся на небе юриспруденции. Такие мероприятия на базе РУДН помогают студентам не только найти для себя интересные стажировки в ведущих российских компаниях самого разного профиля, но и в дальнейшем выйти из стен университета, имея за плечами немалый опыт работы в своей сфере. Приглашение на фестивали, форумы, собеседования, стажировки, обмен телефонами – первые шаги начинающих специалистов на их пути к успеху. Телевидение РУДН. Новости.